В эту сборную попадают лучшие из лучших – музыканты, прошедшие строгий отбор. Это лауреаты множества престижных отечественных и международных конкурсов, солисты Санкт-Петербургского дома музыки. Они только начинают свою карьеру, но к ним уже приковано всеобщее внимание. Уже второй год «Сириус» – это постоянная площадка для концертов участников музыкальной сборной России. Художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки, народный артист России Сергей Ралдугин на концерте 11 декабря в Парке науки и искусства «Сириус» выступят три участника музыкальной сборной: Алексей Шуст, труба, Анна Савкина, скрипка, и Григорий Филипченко, виолончель. Прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов. В следующем году проект продолжится. Более того, в новом концертном сезоне планируется расширить географию концертов.